Почему я родила сама троих детей при АФС и мутации П1, о которых узнал только в 40 лет? На 8 недель произошел тромбоз глубоких вен, нижних конечностей, все решает возраст. Ну, здесь, Наталья, все решает не только возраст. Ну, во-первых, насколько я понимаю, АФС был поставлен недавно. То есть не обязательно, что когда вы были беременны вот вашими предыдущими детьми, у вас был обязательно антифосфолипидный синдром. Возможно, что никакого аутоиммунного синдрома не было. А мутация P1 сама по себе, она, ну, безусловно, дает какие-то риски, но лучше бы, конечно, здесь более расширенное исследование провести. Ну и, безусловно, возраст какой-то фактор накладывает, но тромбоз глубоких вен – это серьезно. Вот, поэтому здесь, конечно, важно было бы четко совершенно доразобраться во всех этих вещах и уже после этого делать какие-то далеко идущие выводы.